Привет всем, с вами Киномания. Ну вы это и так поняли по заставке. А меня зовут Гоша, и примерно через неделю будет 2 года, как я веду эту программу. Вот время быстро летит. Но об этом в другом выпуске. Сегодня же начнем с очередной подборки фильмов. А потом, как обычно, новости кинематографа. А потом поговорим про важные моменты с прошедшей конвенции Fandom DC. Вроде немного, но интересного будет достаточно. Поэтому начинаем. По мне незаметно, но я сел на диету и начал заниматься физкультурными нагрузками. Скорее по мне видно, что давно пора всем этим заняться. Так вот, есть я стал меньше и порой так сильно хочется кушать. Сейчас расскажу про несколько фильмов, где еда играет важную роль и выглядит очень вкусно. Начну с отечественной комедии, которая может показаться не смешной, но все в ленте вертится вокруг еды и готовки. Это, конечно же, «Кухня в Париже», полнометражное продолжение в начале довольно забавного сериала «Кухня». По сюжету главных героев после провальной встречи президентов России и Франции увольняют. И они переезжают в Париж, где хотят открыть свой ресторан. Не люблю тебя. С ума сошел. Я купил ресторан в Париже. Надеюсь, тут вид хотя бы хороший. Готовься, Париж! Русские идут! Подождите! Папочка всех накормит! Никого. Еще неделя без гостей. И можно закрываться. Ох, кагужек. Одноклеточные, внимание! Наш новый су-шеф Бальтазар Бартоломью. А так смешно. Виктория? А я чё, прилип? Как банный лист. Мы с Николя поужинаем в другом месте. Как хочешь. Окунитесь в романтику Франции. Ну, ё-моё, я же говорю, что здесь охренительно. Никакая там Турция. Ты посмотри, какая красота, Париж. Алло! В этот раз, ребята, мы облажаться не можем. Это наш шанс. Максим, мы летим! Я же тебе говорил, надо в Турцию поехать. Я тебе очень прошу, не наделай глупости. Рататуй. В названии мультфильма название известного блюда прованской кухни. Хотя многие думали, что так зовут крысенка главного героя. История необычная. Главный герой не хочет, как все крысы, питаться, чем попало, а мечтает готовить изысканные блюда. В один прекрасный день он помогает никудышному повару с готовкой. Так начинается их дружба и их приключения, чтобы вернуть ресторан отца. Крыса! Что смотрите, ухи? А если кто-нибудь узнает, что у нас крыса на кухне? Вперед! Поймать, обезвредить! Бросить в бак! Смотришь на меня так? Это ведь ты насыпал туда горы специй! Я недотёпа. Готовить не умею. Ладно, повар плохой, так еще и Малишон, Иван. С крысой говорю. Ты кивнул? Ты меня понимаешь? Я не повар. Вот ты? Да. Откуда эта ложная скромность? Ты же крыса. Что, у тебя те же мысли? Надо разработать систему, по которой ты будешь управлять мной. Хватит! Хватит что? Хватит! Злить меня! Я хочу творить, пап! Сторонись людей от них. Лапки моем, жрем помоем. Как тебе удалось? Just once in a lifetime. Готовьте все! А вот попробуй это. Чувствуешь безумие специй? А, насчет безумия согласен. Да, грубо, но мы же французы. Мой секрет. Моя кры. Чего твоя кры? Ша. Надо мной издевается. Он и его крыса. Ха! Крыса, стоять! Мы с тобой вместе. Лучший повар Парижа! Hey!
Основные действия следующего фильма «Пряности и страсти» также происходят во Франции, но уже не в Париже, а в маленьком городке, в котором семья из Мумбаи хочет открыть индийский ресторан. Однако недалеко от них уже есть крутое заведение со звездой Мишлен. Его владелица не рада соседству и будущей конкуренции, поэтому начинается холодная война за посетителей. Толкай! Не заварила свою кашу. Я хочу купить этот ресторан. Бонжур, это частная собственность. Простите, это ваша собственность? Нет, нет. О, значит, и вы тут незаконно. Ресторан через дорогу от нас имеет звезду Мишлена. Там обедает сам президент Франции. А он там может заказать такую же вкусную масалу, как у Гассана? Здесь такое никто не ест. Просто надо дать им попробовать. Открытие в субботу. Мой сын лучший индийский шеф в Европе. Давай, подними руку. Не поднимай руку. Подними руку, Гассан. Не поднимай руку. Не стесняйся. Вперед! Да! У вас там что, свадьба? Похороны хорошего вкуса. Если ваша еда похожа на вашу музыку, советую приглушить. Музыку я приглушу, но огня добавлю. Вам всегда всего мало. Зато вас много. Пап, остынь. В смысле остынь? Надо ж поторговаться. С тех пор, как умер ее муж, она всю себя отдает этому ресторану. Я сам свою стену отмою. Наружная стена не ваша. Я в мэрии узнала. У меня план построить высокую стену, чтобы никто не видел ваш ресторан. Мадам Малори, достаточно одной ложки, чтобы определить гениального повара. Мадам, позвольте приготовить вам омлет. Смотрит свысока, словно королева. Вы льстите мне. Вы его совращаете своими безвкусными соусами. У вкуса есть тонкие оттенки, и я учу его их различать. Он так хорош, как я думаю. Он лучше. Теперь мы отправляемся в Нью-Йорк, где шеф-поваром ресторана работает главная героиня фильма «Вкус жизни». В ее семье происходит несчастье, и ей приходится взять опеку над племянницей. Чтобы справиться с трудностями, ей нанимают общительного и умелого помощника, что главной героине начинает казаться, что он претендует на ее место на роль шеф-повара этого ресторана. Все приготовлено совершенно камильфо. Это что, не понимаю? Камильфо? Да. Так, как нужно. Духовка 58 градусов, температура воды 20, 25 минут. Идеальный розовый цвет, детка. Хватит. Мы поужинаем в другом месте. Идем. Прямо за углом Винни готовит дивные хот-доги. Он угодит вашему вкусу. Черт. Сколько раз повторять? Нельзя устраивать скандал при любом замечании о твоей готовке. Да ладно, брось. Сейчас этот тип просто дикарь. Но он платит. И раз он говорит, что фуагра не удалась, принимай на веру. Фуагра – это убийство животных. Лиа. Не суйся. Не будь ты одним из лучших поваров в этом городе, я бы уволила тебя сегодня же. Одним из лучших? Что это значит? Новости кино. Берлинский кинофестиваль первым отказался от гендерного различия в актерских номинациях. Со следующего года за лучшую актерскую игру и актерскую игру второго плана будут получать по одному человеку, вне зависимости, женщина стала победительницей или мужчина. Специально перед новым учебным годом вышли новые серии фиксиков. Кстати, теперь в год будет выходить 24-25 эпизодов, то есть почти в два раза больше, чем было. Появилась информация, что Крис Хемсворт может получить главную мужскую роль в спин-оффе «Безумного Макса» про Фуриосу, которую сыграет Аня Тейлор-Джой. А режиссером все так же будет Джордж Миллер. Шоу про Оби-Ван Кеноби будет мини-сериалом, в котором будет всего 4 эпизода, но с продолжительностью примерно в час. 22 и 23 августа прошел 24-часовой марафон, а точнее онлайн-конвенция Fandom DC, на котором показали фильмы, сериалы и даже игры по вышеупомянутому издательству комиксов. Первым делом представили сиквел «Чудо-женщины», который выйдет с подзаголовком 1984, и даже показали трейлер. Тому, что тебе предстоит совершить. Твое время придет, Диана. И все будет иначе. Люди всего мира,
Я здесь, чтобы изменить вашу жизнь. Все, чего вы хотели и о чем мечтали, может осуществиться. Ты будто призрака увидела. Диана, ты совсем не изменилась, словно и дня не прошло. Я не хочу быть как все. Я хочу быть сверххищницей. У тебя всегда было все, пока такие, как я, оставались ни с чем. Но сейчас пришло мое время. Привыкай. Я никогда не любил правила. Всегда хотел большего. Я полечу так, что нас даже не заметят. Забыла тебе сказать. Что? Радары. Они что, будут стрелять в нас? Что ты наделала? Следом выступили с презентацией нового Бэтмена. Сообщили, что действие будет происходить в другой киновселенной, не связанной с основной. Фильм будет детективом, по сюжету которого Бэтмен расследует убийства, связанные с его семьей. Рассказали о сериале-приквеле про полицию Готэма, действия которого будут разворачиваться за год до фильма и поведают о том, как город стал таким коррумпированным. А теперь давайте посмотрим и трейлер фильма Мэтта Ривза. Я твой друг, дорогой. Зачем? Кто такой? Хочешь, не хочешь, сыграешь со мной. Тебе это о чем-нибудь говорит? Вы становитесь весьма популярным. Почему он пишет вам? Если ты правосудие, то просто скажи, за сколько закроешь глаза ты свои? А ты, черт возьми, кто? Я возмездие. Этот парень псих! Потом пришло время режиссерской версии «Лиги справедливости». Она выйдет в формате мини-сериала, 4 серии по часу. Сольник Флэша еще в разработке. В фильме к роли Бэтмена вернется не только Бен Аффлек, но и Майкл Китон. В основе сюжета комикс «Флэшпоинт» с альтернативным будущим. Вполне вероятно, что покажут несколько параллельных вселенных. «Отряд самоубийц» описали как военное кино 70-х с персонажами и комедийным почерком Джеймса Ганна. А также показали видео со съемок картины. А вот и снова все. Программа подошла к концу. Не будем долго прощаться, а скажем друг другу до свидания. Встретимся в этом же месте и в это же время через неделю. Не болейте. Последним словом. И всего вам доброго. А вот и все. Программа подошла к концу. Не будем долго прощаться, а скажем друг другу до свидания. Встретимся в этом же время, в этом же месте, через неделю. Не болейте и всего вам доброго.